Привет, друзья, это истинный следователь, обзор микрофона Philips 570, неплохой микрофон, ну такой как бы бытового значения, небольшие капсули по размеру, а это имеет значение. Здесь смотрите, китайцы или кто тут разрабатывал, американцы, я точно не знаю, ну думаю больше китайцы, потому что Philips купили китайцы уже, не знаю, лет 5-10. Вот, они, видите, коробку сделали неправильно. Здесь вот так микрофон идет, а сюда провод. И здесь он изгибается, очень жесткий поворот. И из-за этого в течение года гарантированно у вас провод переломится. Можно его, конечно, перепаять, но это неприятная ситуация. Тем более провод у микрофона не совсем обычный. Это специальные микрофонные провода. И здесь он вот такого, микрофонный, среднего качества. Поэтому, вот смотрите, вот такие вот деграданты они не могли даже продумать. Здесь надо было просто немножко вперед переместить, а здесь обрезать вот эту штучку, но я это и сделаю. И провод, чтобы свободно лежал. Сколько людей там разрабатывал, инженеров, которые получают нормальные деньги, но я оказался поумнее их. Хотя я и не инженер. Но на самом деле эти образования мало что дают. Как видите, два капсуля. Размер у них даже не мерил точно, но можете посмотреть. Где-то 10 миллиметров. Небольшие капсули. Здесь меня немножко удивило. Видите, на пайке там флюс остался. То ли на заводе его неаккуратно паяли, то ли потом паяли. Ну, наверное, на заводе так сделали. Не очень, конечно, хорошо. И здесь коррозия пошла, смотрите, на винте. Это я и в воде не лежал. Вот ведь коррозия. Как ржавчина. А на втором почти что нет ее. Ну и в общем, как обычно, здесь провод, я уже сказал, вот в этом месте он переламывается. У меня был 470-й, это 570-й. Здесь вот в этом месте переломилось. Я просто отрезал. Здесь, как он стерео, здесь две жилы и заземление. Заземление не закрыто, не изолировано. Пришлось его подизолировать. Здесь крепежик, чтобы провод не дергался. Ну, наверное, еще поработает. Этому микрофону где-то год, по-моему. Но видите, вот в этих местах провод очень легко почему-то переламывается. Какой-то некачественный у них провод. Сам микрофон для такой цены, он стоил около 1000 рублей. Сейчас около там 2000 рублей. Неплохой для такой цены. Для меня он интересен только тем, что у него провод более-менее качественный, и он ловит звук недалеко от себя, потому что у меня есть другие микрофоны, но они ловят прям в полуметре, в метре, а это ни к чему, когда я разговариваю, когда батя вещает про прогресс, надо слушать батю. Так, ну, в общем-то, все. Всем спасибо. Микрофон этот, он конденсаторный или электретный еще называют. Вот, у них побольше чувствительность, побольше диапазон. Ну, про микрофоны потом расскажу. Всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь. Пока.